Просто иногда снимайте и очищайте. Видишь? Так тут по-нерусски написано. Я понимаю. Вот, теперь смотри. О, вот это жесть. Пылесос. Стал он плохо работать, как будто видит препятствие. Едет обратно. Вот он на разобранном виде. Тут датчики запылились. Сейчас попробуем почистить их и посмотрим, что получится. Короче, запылили датчики. Как его правильно разобрать? Не надо все болты откручивать. Откручиваем только два. Я как понимаю, вот этот и вот этот, да? Да. Ну, откручивать, нет? Или как? Не, ну вот, вот эти вот два болта, да, они как бы помечены, грубо говоря, этой херней, они держат морду, которая... Блядь, пинцет забрал. Вот такой там крепеж. Вот эту вот морду они держат, и морду эту надо снять. Да, потому что там попадает пыль постоянно, ну, не то, что постоянно, но... И засоряет датчики. Не только датчики, а, ну да, а вот это самостоятельно засоряется. Да, ее мы... Ты ее, по-моему, тоже снимал уже. Ну да, так можешь это снимать, просто показать, что... Сейчас, нет, снять нечего. Я уже все унес. Нет, есть чего. Не, это не надо, это уже снимал. Вот это. Я его уже закрутил. А, ну вот все. Вот тут главное снять вот эти два болта и они... бампер, он сам отойдет. Да, они помечены, что они. Вот, вот здесь вот запылилось. Ладно. Что они не просто эти самые. Ну, разработчики показали, что вот именно вот здесь можно снимать спокойно и чистить. Да, вот это вот. Такая вот, такой это, дюпель, типа дюпель, как это называется. Это для бампера. Вот и вот. Да, бампер держится на двух болтах, саморезах, как это называется-то? Болтик. Собственно, их снимаем, чистим датчики и работаем дальше. Да, и периодически вот здесь вот снимаем пыль. Ну, они по периметру, по-моему. Да, вот, три вот штуки или четыре. Четыре. Раз, два, три, четыре, и все. И пылесос в рабочем состоянии. Сейчас, кстати, покажу, мы недавно после пылесосения был почищен контейнер. И контейнер опять заполнился. Смотри. Видал, сколько у тебя пыли? Вот так, ну, вот он. Что, он просто так, что ли, монтировался? Да, пусть сейчас. Пусть отрабатывает. Ездит он, несмотря на маленький аккумулятор, 3 часа. Я прям как Букреев. Он так же руки вот делает. Пылесос. Все. Стал он плохо работать, как будто видит препятствие. Едет обратно. Вот он на разобранном виде. Тут датчики запылились. Сейчас попробуем почистить их и посмотрим, что получится. Будет он ездить или нет. Куда ушел? Сейчас за тряпочки, наверное, пошел. Сейчас. Он, короче, едет. Там, может, сантиметров 20 проедет. Дергается, как будто препятствие увидел, и обратно едет. Вот на это телефон, пылесос отцовский. Ну, говорят, что здесь пыли было много больше. Сейчас один пылесос будет чистить другой пылесос. Ты давно был на развалинах? Последний раз, по-моему, с тобой. Там осиное гнездо на развалинах. Вот ты фотку прислал, я думал, что ты где-то внизу. Нет, это на развалинах. И мы спускаемся как-то с Димой с крыши. И смотрим, как всегда, на это гнездо. Я говорю, ты потише говори, они шума не любят. И тут осы на меня налетели. Давай меня кусать. Я туда выбежал. А Дима на крышу забрался. Боязно было. Это там, где ему на крышу давали. Да. Боязно ему было, но его тоже покусали. У меня в голову, у меня голова на следующий день еще болела. Голову, спину, ногу, подмышку. Хера себе, что там вообще реально туча вылезла? Не, ну то штуки 3, наверное. Они не все вылезли. Самые, наверное. А что вы там, от штук 3 не могли их-то там, не знаю, хоть рукой вот так? Нет, рукой я отмахивался. Так они могут остальные вылезти, поэтому я быстрее старался убежать оттуда. А он с другой стороны полез, там где дверь. Но все равно его тоже укусило. А Иван чай собирал на той неделе. Так их надо ликвидировать. Приживут, что они мешают. Там... Ну, мешают, собственно говоря. Их я не трогай. Не знаю, что за польза от ос, а в лесу я иван-чай собирал, там столько пчел, вообще немерено было. То ли пасека рядом, то ли диких много.
Чего не менее было? Пчел. Ну, пчелы, около лавны. Могу сказать, полезно. Мед делают, еще что-то. Около лавны. Опыляют. А осы, я не знаю, там. Какие-то бесполезные. Так. Ну, поехали. О! Так что даже пылесос надо иногда пылесосить. У меня уже больше 1000 подписчиков. Чудо техники. Ну как, я вычистил. Не, пыли было реально больше. Не знаю, что там. Наверное, дыры поздувалось. А вон, смотри, здесь вот. На ножках, на этих. Это тоже датчики? Нет, это... Это эти самые контакты. С чем они контактят? С проводами. Понятно. Ну, заводовые. Ну как? Ну, стало чище. А, вот еще. Иногда снимайте и очищайте. Видишь? Так тут по-нерусски написано. Я понимаю. Вон, теперь смотри. О, вот это жесть! Ничего себе. А как оно натапливается? Ну что? Вот эта надпись. По-нерусски что-то написано. Слегка засовываешь что-нибудь, типа ножниц, нож, пинцет. Спокойно тынц, вытащил. И при бампере, даже когда бампер на месте, тоже можно так вот? Да, но не зависит. Угу. Бампер он для вот этих всех датчиков. Ну все, сейчас будем прикручивать. Да. Там тоже как раз 4. Ну хватает его надолго. Так, посмотрим. Я сейчас сфокусирую. Такой есть маленький аккумуляторик. Ну, где-то лет около 10, кажется. Они берут, короче, суки, котенка. Одна держит, другая, вторая. А, топором? Да, топором режу вообще. Я видел. Ты ролик сам видел? Нет, я видел тоже обзоры. Я думаю, блин, это дети.
Вообще, одни бабу выпотрошили, изнасиловали, другой, блин, свою девчонку тоже убил с жестокостью. Ну, куда катится мир? Не, ну, в нашем детстве, я помню, тоже парни мучили животных. Не, ну, может, ну, что-то такое-то было, несомненно. Ну, я не знаю, что такого, чтобы взять, допустим, и этого того. Топором разрубить, оно же голову потом отрезали. А голову зачем? Он же мертвый был уже. Чего? А голову зачем потом отрезать? Он же мертвый. Ну, я не знаю, такие игры, видишь, ну, больные какие-то. А мать-то их, сука, защищает, типа, а ну, они же вот, собирались ветеринарами стать, ну, обалдели, что ли? Ну, там ветеринары лягушек режут. Ну, неважно, лягушек, не лягушек, они же, по-моему, не живых режут, вроде как. Ну, честно говоря, насчет лягушек не знаю. Нет, я... Это все равно, что эти наши будущие хирурги будут эксперименты проводить в больницах. Пришли, да, в поликлинику, кого-нибудь разрезали, типа, о. Не, был случай такой. Тоже учащиеся медучилища, они, или мединститута, они, короче, женщину беременную разрезали. Посмотреть, что там внутри. Ну, в смысле, живую? Да. Ну это. Забыла несколько лет назад. Может. Не, ну это в плане они, как его сказать-то, по собственному желанию и как издевательство, или это типа, блин, как его? Эксперимент? Ну это же, ну, так сказать, не от медицинского же училища они пошли, нет. Там нет. А это вот они именно, значит, было там издевательство. Ну так они же не вышли сухие из воды, я надеюсь. Ну да, там нашли. Ну так вот. А здесь тупо вот так вот делают маленькие дети, блин. Их еще родители, сука, защищают. Вместо того, чтобы сделать как-то раз бульба. Пробный запуск. Погнал. Вот, смотри-ка. Вот. Во, нормально. Ну, это частично, но раньше так есть. Не, ну он все равно. Видишь, нормально он. Хоть тебя пропылесосит хоть, на, хоть немножко. Вот, а так сейчас, как он сделал кресло, так он делал на пустом месте. Давай. Но вначале, когда мы первый раз запускали, он же там тер чуть-чуть нормально проработал. Ну чуть-чуть, сейчас то больше, чем чуть-чуть. Ну, за тобой пошел охотиться. Он тебя видит. Хотят утилизационные наукости на велосипеде, слышал? Да, я что-то слышал. Он сбор, точнее. Надеюсь, не ведут этот налог на велосипед. Ну вот, смотри, четко. Ну что, пускай пылесосит?